Привет, друзья, товарищи. Канал Покемоша Лайф и все такое. Вы все знаете тепловоз 2Т116. Многие сами хотели стать 2Т116. А как быть, если мы скажем, что одному электровозу это удалось? То есть натурально он почти превратился в 2Т116, хоть и на минималках. При этом машина просто мега уникальна. Смотрите сами. Это узкоколейная техника, но электровоз, Карл! Так мало того, он, ядрить его в качель, двухсекционный. Это вообще невероятно. Назовите хоть один двухсекционный тепловоз на узкую колею. А тут электрикал. Так еще фермеры, вероятно, обдевшись дошика, инсталлировали в него автосцепку SA3EMN. Это какой-то позор? Да не, норм, но шаблон срывает. В общем, хватит ля-ля, знакомьтесь, ПУ-2, тарам! Мы находимся в Таджикистане, Ленинабадской области, в депо пролетарского погрузочно-транспортного управления. Это начальный пункт Сулюктинской УЖД. Средняя Азия, жарко, понимаешь. В соседней Киргизии, в горах, недалеко от города Сулюкта, еще в 19 веке стали добывать уголь-батюшку. Сначала подводами, а затем париками и тепловозами ТУ-2 и ТУ-7А. Этот уголь из шахт по узкой колее везли в Пролетарск, а там перегружали в полувагоны на широкую колею. В лучшие времена отгрузка доходила до 3-3,5 тысяч тонн в день. Но вы же понимаете, горный профиль – это не фитюлька. Поэтому к 1978 году дорогу электрифицируют, что само по себе чертовски уникально. Протяженность трассы тогда составляла 48 километров. Вовремя подсуетился и Днепропетровский электровозостроительный завод, разработав и начав поставлять туда не менее уникальные электровозики ПУ-1 – промышленный электровоз узкоколейный первого типа. Вот он. Прикольный, конечно. И вот таскают ребята своими коробочками угольные маршруты, слушают между поездками Джеттер Талл и Джанис Джоплин, и вдруг фигак! Новый отраслевой стандарт. 1988 год. Вот не было печали, так подай. Теперь фермерам предлагалось начать строить уже двухсекционные электровозы о 8 осях. Да что они там, совсем траванулись. Но делать нечего. И уже знакомый нам Днепропетровский завод к 1989 году заканчивает проектирование, а к 90-му строит первый электровоз из новой, просто офигеть какой, уникальной серии ПУ-2. Познакомившись с конструкцией пациента, мы были очень впечатлены. Да блин, это ж ВЛ-15 на минималках с кузовом а-ля 2Т116, только круче. Смотрите сами. Две однотипные секции вагонного типа с кабинами по концам. Кузова опираются на 4 двухосные тележки. Каждая ось обмоторена своим тяговым двигателем мощностью 103 кВт типа ДТ-11М. Передаточное число зубчатой передачи очень злое – 5,54. Машина, значит, дюжа тяговита. На крыше каждой секции свой рог. Самый настоящий – ТЛ-14М. Их же ставили даже на ВЛ-80. Офигеть! Но еще круче внутри. Начать с того, что машинное отделение отделено от кабы поперечным тамбуром. Вот это забота о людях. Даже выльники такой фичи не имеют, только чехи. Еще удивительнее, что в каждой секции установлен тиристорный частотно-импульсный преобразователь для плавного регулирования напряжения на тяговых электродвигателях. Преобразователь блочно-модульного исполнения причем охлаждается общим вентилятором-очистителем заодно с движками. Это получается централизованная система вентиляции. Напряжение на тяговых двигателях регулируют с помощью контроллера-машиниста. Угол поворота главной рукоятки контроллера задает режим включения тиристоров и, следовательно, напряжение на двигателях. Давайте чекнем кабу. Штурвал как на газе. Правильные манометры, сигнальные лампы, жаль, что не как на ВЛ-80С, рукояточки выловские. По красоте кабинка-то.
Чтобы было максимально тру, электровоз оснастили кондеями. Ну это вообще... Welcome back! Пришло время узнать, как там наш герой развивался. Депс, выпуская новинку, планировал заменить ранее выпущенные ПО-1, имеющие мощность куром насмех, всего каких-то 252 киловатта. Поэтому именно депо Пролетарск в Таджикистане в конце 1991 года и получило новую технику. Фермеры посчитали, что экономический эффект от внедрения одного электровоза ПУ-2 должен составить в ценах 90-го года 46 600 рублей. Это примерно 4 «Волги». Однако результаты испытаний двойки оказались неоднозначными. Во-первых, солидный вес машины, 35 тонн каждая секция, потребовал укладки рельсов типа R43 или выше. Но ладно бы только рельсы. Кривых сверхмалого радиуса автосцепки SA3 начинали барагозить, поезд с трудом их проходил, велик был риск саморасцепа. А уж сцепиться в таких кривых и вовсе становилось архисложной задачей. Замена на стандартный ударно-сцепной механизм эту проблему до конца не пофиксила. К тому же электровоз потреблял слишком большой ток. Тяговые подстанции, а их было 4 штуки, просто не выдерживали. Может, и использовали бы, да не случилось, объясняют местные труженики. Поработав какое-то время двумя секциями, решили уже ребята передать секцию номер 2 для дальнейших испытаний в Текелийский свинцово-цинковый комбинат. Это еще одна уникальнейшая УЖД в Казахстане и также электрифицированная. Го туда! Текелийское свинцово-цинковое месторождение было разведано в 30-е годы прошлого века. В годы войны там создали рудник и обогатительный комбинат. Причем рудник, оказывается, был одним из крупнейших в Советском Союзе. Известна фраза «Каждая пятая пуля отлита из текелийского свинца». Это УЖД проходило по ущелью реки Текели и соединяло рудники с обогатительным комбинатом. Весьма сложный горный профиль пути с большими уклонами и стал причиной электрификации этой дороги. Вот на такой локации и стала работать вторая секция нашего Hero. Джентльмены, если вы смотрели предыдущий ролик про неудачника ЧМ-5, то помните, что главной его проблемой стало появиться ближе к 90-м. Известные события 91-го года поставили крест на этой серии. Нечто похожее случилось и с ПУ-2. Распад союзов привел к постепенному разрушению связи между республиками, прекращению дальнейших работ над новой серией заводом-изготовителем, а спад производства к снижению потребности в угле. Кроме того, и сами рудники со временем истощались. Примерно к середине 2000-х первую секцию в Пролетарске отставили от работы, загнав на тракционный путь депо. Мы располагаем фотографиями пациента, начиная с 2006 года, когда машина стоит уже явно нерабочая, с демонтированным токоприемником и буферными фонарями. Чуть позже какой-то коллекционер скрутил заводской лейбл завода. Вместе с тем мы процитируем. «Стоит как донор запасных частей, по электрике и механической мелочевке. На металлолом ничего не снимали, люди технику ценят и знают, что новой уже не будет». Последний островок советской хозяйственности. Но это пока генеральный директор и начальник службы подвижного состава не ушли на пенсию. Цитата 2016 года. Но что с этим электровозом сейчас? Напишите, если знаете, в комменты, пожалуйста. Второй секции повезло чуть больше. На Текелийском комбинате она продолжала эксплуатироваться вплоть до ноября 2010 года, но затем также отставлена. Более того, и сам комбинат с 2011-го перестал функционировать. Увы, что стало с секцией номер 2, неизвестно. Может, вы знаете? У нас есть фото, датируемое апрелем 2010-го, за полгода до прекращения работы секции. Пожалуй, стоит добавить, что Пролетарск, или как он сейчас называется, депо Джабар Расулов, продолжает работать и даже на электровозной тяге. Нет, это не ПУ-2, а старички ПУ-1, с мощностью, над которой смеялись курицы выше.
Представляете, сейчас этими коробочками возят песок. И не простой, а кварцевый. 6 вагонов в поезде. В Пролетарске его перегружают в вагоны широкой колеи и гонят в Узбекистан, преимущественно на автозавод для стекол автомобилей. И других хитрых штучек. Всего около 70 наименований. Вот такая петрушка. Что ж, друзья, очередная крайне необычная и мега-редкая машина получила путевку в жизнь на волнах нашей памяти посредством настоящего ролика. Мы совершенно согласны с некоторыми докладчиками, утверждающими, что серия ПУ-2 стала вершиной технической мысли советского локомотивостроения колеи 750 мм. Досадно, что Днепропетровский завод родил лишь один чудо-электровоз. Вдвойне досадно, что для музеев ни одной секции не сохранили. Правда, по некоторым источникам, ДЭВС в 1991 году выпустил еще две машины – 002 и 003. Обе, дескать, были отправлены в Пролетарск. Однако нет никаких фото, подтверждающих существование этих машин. Завершая ролик, представляем вашему вниманию тактико-технические характеристики пациента. Спасибо большое, что досмотрели до этого места. Надеемся, вам понравилось. Ролик можно оценить лайком или дизом. И еще хоть коммент черкануть. Прям не знаю. А вообще, интересны ли вам зарисовки об узкоколейной технике? Может, сделать обзор старшего брата односекционного ПУ-1? Напишите, пожалуйста. Подписывайтесь на наш канал, группу в ВК и Инстаграм. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых видео!